как он выглядел. Мы не знаем, какого он был роста. Мы не знаем, какими были его глаза. Но так или иначе, у него было лицо. Он был реальным человеком. Это вызывает почти соблазн. Соблазн сфокусировать внимание на лице Христа, чтобы понять, как он выглядел в действительности. Так как же выглядел Сын Божий? За неделю до своей смерти Иисус приезжает в Иерусалим наряду с тысячами паломников по случаю празднования Пасхи. Через несколько дней его предают Иуда. Иисус из Назарета! Нет! Его арестовывают в Гефсиманском саду после того, как он провоцировал представителей власти, и приводят к римлянам для суда и распятия. В этом самом месте и начинается история плащаницы. Во всех четырех Евангелиях говорится о погребальном полотне, в котором покоилось тело Иисуса после распятия. Ветхий Завет говорит, что данное полотно было предоставлено Иосифом Аримафейским, богатым членом Совета Иудейского, Синедриона. Евангелие описывает Иосифа как приверженца движения Христа. Он был настолько очарован Иисусом, что даже после распятия на кресте хотел убедиться, что все сделано правильно, что у него будут достойные похороны. В Евангелиях всякий, кто сталкивался с Иисусом, либо исцелялся от болезни, либо хотел последовать за ним. Поэтому одна простая встреча с Иисусом могла изменить жизнь человека, что, скорее всего, и произошло с Иосифом. Но сначала Иосифу требуется разрешение, чтобы снять Иисуса с креста. И, по-вашему, это допустимо? Он отправляется к римскому прокуратору Иудеи, Понтию Пилату, просить тело. «Убирайся!» Понтий Пилат сыграл в этой истории решающую роль, так как, будучи римским прокуратором Иудеи, только он обладал властью, чтобы приговорить Иисуса к смерти, и в конечном счете именно он несет ответственность за его распятие и смерть. «Вы ко мне, Рэбби?» Понтий Пилат – известный антисемит, он не любит евреев. Ему не нравится пребывать в Иудее. Иисус из Назарета. Я пришел просить его тело. О чем же думал Иосиф, идя на такой риск? Ведь он собирается пойти во дворец и попросить тело осужденного преступника. Преступника, виновного в подстрекательстве к бунту. У меня есть гробница. Есть кому подготовить тело к погребению. Итак, отправляюсь к Пилату и прошу скорее о личном одолжении. Это почти то же самое, как если бы он был виновен сам. Вы можете представить себе, насколько напряженной была встреча между этими людьми. Да. Понтий Пилат отдал тело Иисуса Иосифу Аримафейскому, подумав, что этим лишь позволяет свершиться каким-то иудейским обычаем. В его понимании этим все и должно было закончиться. Позволив Иосифу забрать тело, Пилат невольно заложил первый камень, которому было суждено превратить погребальное полотно в одну из самых почитаемых и таинственных реликвий в истории человечества. Страстная пятница. Римляне оставляют мертвое тело Иисуса висеть на кресте. Вообще, обертывание жертв распятия в погребальное полотно не было обычным делом. После того, как ты испустил дух, ты уже никто. Просто мусор, который оставили тут гнить, и который потом просто съедят хищные птицы.
Однако Евангелие от Марка гласит, что тело Иисуса обернули в тонкую полотненную ткань, принесенную Иосифом Аримафейским. В Новом Завете тоже упоминается, что в погребении Христа Иосиф помогал еще один из начальников иудейских – Никодим. Никодим, так же как Иосиф Аримафейский, был членом Синедриона, видным деятелем еврейской общины. Ясно, что далеко не все евреи Иерусалима стояли за смертью Иисуса. По той простой причине, что сам Иисус был евреем, его последователи были евреями, и ученики были евреями. Более того, не все представители иудейской власти были повинны в гибели Иисуса, хотя бы потому, что среди них были такие, как Иосиф и Никодим. Тело доставлено к гробнице, предоставленной Иосифом, и подготовлено к погребению. Когда Никодим желает принять посильное участие в данном похоронном процессе, он достает и привозит очень дорогие материалы и принадлежности, которые будут использованы при бальзамировании тела. Иудейские законы первого века гласили, если дотронуться до мертвого тела, это сделает вас грязным. Если Иосиф с Никодимом, фактически участвуя в процессе похорон, готовили тело Иисуса к погребению, то нетрудно представить, какую безграничную любовь и преданность они испытывали к Иисусу, раз поступили с законом. Вход в гробницу запечатывается огромным валуном. Через три дня после распятия Иоанн и Симон Петр, два ученика Иисуса, приходят в гробницу и обнаруживают ее пустой. Согласно Евангелию от Иоанна, когда Симон Петр зашел в гробницу, то увидел на полу льняное полотно. Но о дальнейшей судьбе данного полотна в Библии ничего не сказано. Однако спустя 1300 лет на плащанице, появившейся из ниоткуда в маленькой деревне на северо-востоке Франции, проявляются очертания распятого тела Иисуса. Когда плащаницу перевезли в Турин, более 40 тысяч людей пришли поклониться ей. А затем, спустя несколько веков, в 1898 году, это уже стало глобальным явлением. Когда итальянец Секондо Пио делал первую в мире фотографию плащаницы, с полотна ему совершенно неожиданно явилось в негативе изображение человека. И впечатление было таким, будто он смотрел в лицо Иисусу. И это неожиданно превращает плащаницу из предмета религиозного поклонения в объект научной одержимости. Если вы докажете, что Туринская плащаница подлинная, то вы докажете и факт существования Иисуса Христа. В 1978 году физик Джон Джексон, ранее служивший в ВВС США, создает проект исследования Туринской плащаницы, и ему предоставляется полный доступ к изучению данной реликвии. Вы видите изображение человека. Можно увидеть, например, голову, скрещенные руки, точно так же, как видите свои руки. Возглавляя команду, состоящую из 40 ученых, Джексон приступил к исследованию плащаницы, имея в распоряжении инструменты по последнему слову науки и техники. Мы и в самом деле не знали, что хотели обнаружить, будь то какой-то рисунок или еще что-нибудь. Работая круглосуточно в течение 5 дней, ученые пришли к выводам, которые, как представляется, повышают подлинность плащаницы, но и одновременно сгущают краски загадочности вокруг нее. Даже волокна все окрашены индивидуально, и нет признаков, чтобы нечто вроде основы краски, как это можно было ожидать, проникало бы в самую толщу ткани, как мы все видим. Слой лежит лишь на самой поверхности. Вопрос в том, почему? Почему это так? Джексон со своей командой также хотел исследовать темные пятна, которые казались пятнами крови. Мы взяли микрообразцы из областей, на которых были предполагаемые пятна крови,
Образцы были доставлены в США для проведения всевозможных микрохимических анализов. Результат анализов подтвердил, что эти пятна и в самом деле пятна крови. Не найдя объяснения тому, как появилось данное изображение, а также появление пятен крови на полотне, Джексон обратился к Евангелиям, чтобы посмотреть, существует ли какая-либо связь между последним днем жизни Иисуса и плащаницей. Согласно Евангелию от Иоанна, тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. Я думаю, наиболее значительным является множество пятен, разбросанных по всей ткани. Для меня это выглядит как остатки крови человека, которого истязали плетью или бичом. Все то, о чем повествует Писание, говоря о мучительной и унизительной смерти Иисуса, начинается все с ужасающей порки. Порка будет продолжаться до тех пор, пока Иисус не будет на волосок от смерти. Это действительно ужасное зрелище, когда вы себе это представляете. Толпа плевалась в него, всячески насмехалась над ним и делала все возможное, чтобы максимально сломить его дух. Но Туринская плащаница также свидетельствует об одном из известнейших событий, связанных с этим актом распятия. Евангелие от Иоанна описывает, что происходит дальше с Иисусом. «И воины, сплетши венец цистерны, возложили ему на голову и одели его в багряницу». В течение 40 лет Джексон сверял факты, полученные при исследовании Туринской плащаницы, с описаниями смерти в Ветхом Завете. И когда мы подошли к финальному действию, мы видим, что пятна, напоминающие кровь, проистекают в основном из мест проколов. Они соответствуют тому, о чем говорит нам Евангелие, о терновом венце, возложенном на Иисуса. Терновый венец был призван перечеркнуть все надежды иудеев на какое-либо самоуправление в будущем. Шипы впивались в его голову, а это объясняет факт наличия крови на его лице. Мне представляется едва ли не самым прискорбным в жизни Христа, что над ним надругались таким образом. Это очень тяжело объяснить. После высечения Иисуса с терновым венцом на голове, следующее, что согласно Евангелиям с ним произошло, его забрали с намерением распять. Крест, который Иисус пронес по улицам Иерусалима, весил почти 150 килограммов. Когда Иисус нес крест, за ним следовала толпа. Одни присутствовали в толпе просто так, иные же отпускали насмешки. Это было воистину тягостное зрелище. Свидетельство последнего пути Иисуса, как полагает Джексон, можно увидеть на плащанице.
Там, где проходит граница плеч, мы видим пятна крови. Они более размыты и смазаны по сравнению с тем, что мы видим ниже, на спине. Возможно, мы смотрим на результат воздействия поперечной перекладины креста на плечи, которая размазывает пятна крови от ударов бичом, полученных ранее Иисусом. Когда его гнали по улицам, считается, что вес креста стал слишком велик, чтобы Иисус мог его выдержать. В какой-то момент солдаты попросили Симона Кириньянина понести за него крест. И это не от доброты сердечной. Мы должны предположить, что Иисус теряет силы. Он не способен нести крест на этом этапе. Он ослабел. Именно поэтому Симон и был брошен на помощь Иисусу. Рядом с Христом распяли двух преступников. Их швырнули на землю, разговаривая с ними намеренно грубо. Ему показывают, что он потерял контроль над всем. Он беззащитен. Отче, прости им. Они не ведают, что творят. Каждая часть распятия была призвана вызвать все больше агонии, большее унижение и посеять страх и ужас среди тех, кто наблюдал за этим. Мы знаем, что при распятии присутствовала Мария, мать Иисуса, и открыто наблюдала за вершившейся ужасной сценой Мария Магдалина. Для единомышленников, родственника или друга Христа быть свидетелем этого события было невероятно тяжело. И он видит эти огромные гвозди, видит, как они приковывают его руки. Он пытается освободить руки и получает удар. В этом месте тайна плащаницы становится еще глубже. Отметины на ткани ставят под сомнение все, что мы, казалось, знали о распятии. Раны оказались не в тех местах. Каждая стадия процесса распятия призвана нести все новую боль и новые унижения. На этот счет Туринская плащаница поведала неожиданное. В искусстве традиционно изображалось, как гвозди пронзают ладони рук Христа. На плащанице же силуэт человека, распятого приколачиванием сквозь запястье. Джексон полагает, что плащаница дает нам историческую точность. Стремились к тому, чтобы распинаемый оставался висеть на кресте до наступления смерти, так что проводились эксперименты на трупах, на предмет гипотетического местонахождения гвоздей как на ладони, так и на запястье. И эти эксперименты показали, что наибольшая весовая нагрузка всегда приходится не на ладони, а на запястье, как мы видим на плащанице. Его подняли. Вообразите уровень страдания от данного действия, если ноги и руки прибиты гвоздями. Малейшее движение доставляет мучительную боль.
Крест подняли с помощью канатов, и чтобы предотвратить падение, поместили в углубление в земле. Представьте, каково это. Одна из трудностей при воссоздании процесса распятия заключается в том, что мы уже 2000 лет живем в христианских традициях, которые со временем облагородили крест. Мы вешаем изображение Иисуса в зданиях церквей, наши кресты сделаны из золота, и все это мешает нам думать об участии в реальном процессе распятия. Но если все же задуматься на минутку и взглянуть на исторические сведения о распятии и вспомнить о том, чего пытались добиться римляне, унижая и пытая людей, то на мгновение мы действительно увидим совсем другое. Нечто ужасно мучительное и совершенно унизительное. Вес всего тела, держащегося только лишь на руках, очень сильно затрудняет дыхание. Подвергнутые распятию в большинстве своем умирали от удушья. Все кончено. Представьте себе, что ваша мать, отец или лучший друг прибиты гвоздями к дереву, висят под открытым солнцем и медленно умирают. Страшной смертью от удушья. Трудно подобрать слова, чтобы объяснить, каково все это было видеть. Это было самым тяжелым моментом в их жизни. Последняя отметина на плащанице, должно быть, появилась после смерти Иисуса. Эта кровавая отметина не характерна для обычного распятия. Но в отношении Иисуса Евангелия говорят нам, что ее оставил римский солдат, чтобы гарантировать его смерть, с намерением открепить тело, снять его с креста до наступления Пасхи. В Евангелии от Иоанна солдат пронзает мертвого Иисуса в бок, откуда истекла кровь и вода. Мы видим эти области, но некоторые предположили, что это могло быть из-за этих жидкостей, связанных с кровью и кровью водой, как сказано в Евангелии. Туринская плащаница стала безмолвным свидетелем последних страданий Иисуса. И затем, согласно Евангелиям, после того, как Иисуса оставили покоиться, Он вознесся. Единственное, что осталось в его гробнице, это полотно, которым накрыли его тело. Акт распятия – это одно из наиболее сильных мест Евангелия, просто потому, что речь идет о гибели Иисуса, Сына Божьего, но в то же время Он на пути к новой жизни. Это чрезвычайно важная археологическая находка. Она является доказательством Его существования, Его гибели и воскресения. Основываясь на исследовании, в котором я участвовал, я думаю, что перед нами историческая погребальная одежда Христа 2000-летней давности. Но была и такая часть исследований, которую Джексон не смог завершить. Точное датирование найденного. Тогда, в 1988 году, католическая церковь пошла на беспрецедентный шаг, дав разрешение на отделение фрагментов ткани для радиоуглеродного анализа. От края плащаницы были отрезаны образцы и отправлены на исследования в три независимые лаборатории – в Лондоне, Цюрихе и Аризоне. Возможность подтверждения археологической находкой того, что Иисус Христос был распят, захоронен и вознесся из мертвых, это важнейший момент в истории человечества.
Турин, 1988 год. От плащаницы отрезали три кусочка ткани и для установления времени отправили их в разнесенные по миру лаборатории на радиоуглеродный анализ. Неужели настал момент истины для туринской плащаницы? Настоящая она или поддельная? Сотни лет туринская плащаница была мощным символом веры для католиков и иных верующих по всему миру. Сегодня архиепископ Туринский подтверждает результаты недавних анализов. Кусочки полотна, несущего образ Христа, не относятся ко временам Христа. Плащаница датируется 13 веком. Это средневековая подделка. Она никак не могла быть погребальной принадлежностью Иисуса Христа. Это тяжело принять, ведь люди до сего дня смотрели на нее и говорили: «Это наш Иисус, это Господь наш, мы это выстрадали». А теперь нужно сказать: «Простите, это очень искусная подделка». Это очень больно. В средневековой Европе торговля поддельными религиозными святынями была очень прибыльной. Люди жаждали раскошелиться, чтобы стать ближе к Иисусу, а фальсификаторы с радостью этим пользовались. Но несмотря на выявление факта подделки, интерес к плащанице только усилился. Как оказалось на плащанице это изображение, никто не мог этого объяснить. По-прежнему существуют всевозможные версии, требующие проверки. Но профессор истории искусств из Южной Африки Николас Аллен считает, что знает ответ на этот вопрос. Он полагает, что это самая ранняя в мире сохранившаяся фотография. Я посмотрел на плащаницу и сказал: «Да как же это заснято?» И оказалось, что плащаница представляет из себя фотонегатив. Я прекрасно понимаю, что сама мысль о том, что 600 лет назад кто-то сумел сделать фотографию, может показаться безумной. Но когда я стал вникать в технологии, имевшиеся в то время, то понял, что все нужное у них уже было. Из своих исследований по истории живописи Аллен знал, что средневековые художники уже использовали оптическое устройство, именуемое камерой обскурой. Камера обскура по своему устройству подобна человеческому глазу. Это коробка, закрытая со всех сторон, которая пропускает свет лишь через это большое отверстие. Как и у человеческого глаза, здесь есть объектив. То, что находится вне ящика, проецируется через этот объектив и создает изображение на задней стенке камеры. Причем оно инвертировано, иными словами, перевернуто. Оптика, установленная на камере, гарантирует качественное и резкое изображение, спроецированное на черную стену. Нам и в голову не приходит, что это старинная технология, так что не сомневайтесь, эта технология была доступна в конце 13 и 14 веках, в то самое время, когда могло понадобиться создать нечто вроде туринской плащаницы. Аллен помещает предмет перед своей камерой обскурой и направляет ее в сторону Солнца. Таким образом, вся настройка должна быть проведена очень тщательно, прежде чем вы начнете экспонирование. Средневековому художнику нужно было обеспечить неподвижность всех частей объекта, изображение которого проецировалось на плоский лист. Этот лист покрывался фотохимикатами. В наши дни это соли серебра. Как нитрат серебра, так и сульфат серебра имелись в Европе, по крайней мере, с 13 века, и сделать все было очень легко. Лист пропитывается раствором сульфата серы. Высушивается. И затем устанавливается в камеру. Через 8 часов экспонирования вы заметите на холсте изменение цвета, и это изменение будет негативным изображением того, что было вне камеры. Для завершения процесса сульфат серебра нужно было вымыть из ткани при помощи вещества, имевшегося в избытке. Для удаления сульфата серебра из куска ткани можно использовать мочу, поскольку в моче достаточное содержание аммония. Удаляем избытки соли и натягиваем для просушки.
Вероятно, пришлось потрудиться с организацией и планированием работ, которые велись методом проб и ошибок, прежде чем все получилось. Когда анализ изображения был завершен, метод профессора Аллена продемонстрировал поразительные результаты. Полученное изображение имеет все же черты, что и изображение, обнаруженное на туристской плащанице, и оказалось, что это негатив, на который нанесли пятна краски для контраста. Здесь у нас изображение, полученное трехдневным экспонированием в камере обскуре. Чтобы превратить его в изображение с туринской плащаницы, нужно добавить к нему крови. Берете кисть, не слишком липкую краску, и словно жалом наносите пятна. На мой взгляд, это самый давний из имеющихся у нас примеров феномена, известного как фотографирование, и по времени он восходит к средним векам. Однако работа Аллена разделила людей во мнениях, и она оставляет еще больше вопросов, на которые нет ответа. Если это средневековая фотография, то где все остальные средневековые фотографии? В этом другая проблема плащаницы, которая уникальна и не имеет себе подобных. И есть люди, которые, вопреки выявленной временной привязке, продолжают верить в ее подлинность. Некоторые отказываются верить результатам анализа, ставят под сомнение взятые образцы, а они брались как из центра плащаницы, так и с ее краев. А недавняя работа над другой загадочной находкой посеяла новые сомнения в наше понимание происхождения туринской плащаницы. Этот артефакт может указывать на гораздо более раннее происхождение плащаницы, чем то, которое утверждается. В небольшом пристроенном соборе на севере Испании есть салфетка, которая, как полагают, покрывала лицо Иисуса после того, как он умер на кресте. Сударь из Овьедо. Прямо перед нами сейчас следы крови Иисуса из Назарета. Перед нами его настоящая кровь. Марк Гаскин с сотрудниками Центра исследования плащаницы изучали сударя из Овьедо на протяжении 25 лет. Легенда гласит, что это другой тканый предмет, упомянутый и в Библии. Наклонившись, он увидел лежавшие там полосы льняной ткани и погребальный покров, покрывавший голову Иисуса. Мы забрали эту ткань в лабораторию, проанализировали пятна на предмет происхождения, и большинство их содержало на одну часть крови 6 частей легочной жидкости, мокроты, скапливающиеся в легких при смерти от удушья. Ученые полагают, что большинство жертв распятия умирали от удушья, и связанные с этим жидкости оставались в легких. Исследования Гаскина проливают свет на ту часть истории Иисуса, о которой ранее было неизвестно. Благодаря использованию копии плащаницы, очень близкой по качеству к оригиналу. Вот что открывает нам результаты исследований. Прежде всего, на покойного положили эту пелену, поскольку следы вытекающей крови несовместимы с предположением, что при истечении были дыхательные движения. Если Гаскин прав, это означает, что Иосиф Аримафейский обернул этой пеленой лицо Иисуса, пока он еще находился на кресте. Согласно иудейским обычаям, это делалось из-за того, что после смерти человека лицо является пристанищем души. Лицо покрывают в первую очередь. Относиться к нему нужно с величайшим почтением. Причина, по которой Иосиф активно содействовал благочестивому погребению Иисуса, на мой взгляд, была в том, что Иосиф хотел сказать этим: «Я не сделал того, что должен был. Я должен был говорить от твоего имени». Гаскин полагает, что пятна на сударе в предполагаемой области лба помогли объяснить, каким образом Иосиф снимал тело с креста.
Воспроизвести эти отметины можно только на теле, лежащем на земле лицом вниз. Так что еще не запекшаяся кровь из носа стекала вниз и попадала на лоб. Но затем тело несли лицом вниз в течение 5-10 минут. При этом кто-то придерживал пелену на лице. В самой гробнице сударьбы сняли. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницей. И это дает нам знание о том, что происходило между смертью Христа и моментом уложения тела в гробницу. Но Гаскин считает, что есть более важная причина для исследования сударя. Для него следы на пелене вроде отпечатков пальцев. Они уникальны для каждого человека. Будь этой пеленой обернуто лицо другого человека, который, возможно, претерпел какие-то пытки или раны, то следы были бы других очертаний и типа. Для Гаскина это имело ключевое значение. Когда исследователи сравнили пятна крови на сударе с пятнами крови на плащанице, их ждало потрясающее открытие. Оказалось, что следы крови совпадают. Значит, мы можем заключить, что эти два куска ткани использовались в одно и то же время, при одних и тех же обстоятельствах, для покрытия одного и того же тела. Радиоуглеродные пробы не дали никаких определенных результатов. Однако первое письменное упоминание об этой реликвии связывает ее с Иерусалимом чуть более 5 столетий с момента смерти Христа. Гаскин, основываясь на этих записях, предполагает, что эта святыня как минимум на 700 лет старше плащаницы. Как же это могло быть? Гаскин полагает, что определение возраста плащаницы явно ошибочное. Что ж, это невероятный вывод, ведь вместе эти предметы могли оказаться в Иерусалиме раньше 5 века. А это очень многое говорит о возрасте Туринской плащаницы. И что происходит она не из средних веков, на самом деле эта ткань куда более раннего происхождения. Несмотря на десятилетия тщательных научных исследований, для многих загадочная сила Туринской плащаницы остается прежней. Я действительно считаю возможным, что плащаница, которой был обернут Иисус, сохранилась до наших дней. Ясно, что она должна была стать реликвией для учеников Христа, а затем и для первых христиан, и потому вывод, что ее постарались бы сберечь, выглядит для меня убедительным. Интуиция мне подсказывает, что такое возможно. Мне кажется весьма вероятным, что это так. Не хочется перенаправить внимание на неизбежное в истории Иисуса, сказать о том, как он сильно страдал. Да, Иисус стал славен, воцарившись на небесах, он господин всех господ и царь всех царей. Но в тот момент боли и страданий оставил неизгладимый след на плащанице. Этот момент проявления человеческого начала. Для многих плащаница еще и горькое напоминание о человеке, стремившемся поступать праведно. Я думаю, что история Иисуса – это отчасти наша история. Хотя он и не понимал, к чему она ведет, не знал, какой она окажется в своем конце. Иисус знал лишь, что оказаться на его месте означало участвовать в промысле Божьем, в истории человечества. Переведено на ноты Бенойда. Переводчики. Челла Банда. Александр. Виктория Ярошова, Капитан Мандарин, Обертон 47 и Вела.